Управление ФСБ России по краю приглашает жителей региона попробовать свои силы на пограничной службе. Ведомство проводит отбор для кандидатов для поступления в Галицинский, Калининградский, Московский, Хабаровский пограничные институты, а также в Институт береговой охраны города Анапа. Абитуриенты могут выбрать одно из направлений – пограничная деятельность, психология служебной деятельности, специальные радиотехнические системы, судовождение и другие. После окончания пограничного института военнослужащий может поступить на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России. Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на служебные квартиры или общежития. Заработная плата сотрудников может достигать 117 тысяч рублей. Все желающие могут получить консультации по адресам и телефонам, которые видите сейчас на экране. Информацию о требованиях к кандидатам, порядке поступления, условиях обучения в пограничных институтах ФСБ России можно получить, обратившись в ФСБ России по Красноярскому краю по адресу город Красноярск, улица Дзержинского, 18, или по телефону 2309-358.